известная своими некачественными велосипедами фирма GT. У нас Polo Fat Pantera. Скрипит каретка на велосипеде, которому 2 месяца. Я вот сразу, чтобы GT. Вот такая вот каретка с кривой, криво наклеенной наклейкой фирмы Феймин. То есть даже не гравировка лазерная, не краска, а вот такая каретка. Я не знаю, будет это видно на видео. Просто болтается подшипник. Сняли пыльник, внутри смазка целая, но вот просто как бы он выглядит не очень. Самое главное, просто люфт подшипника. Видно, да? Примерно миллиметр. Покупайте велосипед GT. Приходите к нам ремонтироваться.